чему все это было? Я недавно послушал альбом Роберта Джонсона 61-го года. Он играет отличную музыку, в общем, замечательный блюз. Я очень вдохновился там, да, пробую, может, ему подражать. Самое интересное в том, то, что эту музыку писали одним дублем. Тогда не было просто средств звукозаписи, которые позволяли бы делать несколько дублей. То есть человек пришел в комнату, сел и сыграл программу целиком. Там говорят разные вещи про него, что он там продал свою душу дьяволу на перекрестке, чтобы стать знаменитым. Но есть факт, что он был отличным музыкантом. И для меня музыканты делятся, в общем, на два типа людей. Кто действительно этим живут, у которых это отнять, и им плохо. И люди, которые занимаются этим для развлечения. Вот, собственно, этим я хотел выразить, как бы, вот эти вот мысли. И еще хочу заметить одну вещь. Это сегодня последний наш концерт с Дианой. Давайте ей поаплодируем. И группа уходит в отпуск на полтора года. То есть нынешний состав группы — это вот я и Алексей. А я? Я буду продолжать работать. Но ты тоже, Лёв! Это вообще-то я сказал. Вань, ты что ли? Да! Тирекс! Вот так вот. Так что если кто-то хочет принять участие в течение года, я буду ковырять носу. Точнее, ковырять.